политолог Аббас Галямов. Мы его увидим через несколько секунд. Я вообще предлагаю начать наш разговор с ситуации с Бастрыкиным, который день подряд делает очень странные заявления. Аббас, доброе утро. Слышите ли вы студию? Здравствуйте, да, слышу. Здравствуйте. Давайте с Бастрыкина начнем. Я предлагаю посмотреть короткий фрагмент, как он, выступая на форуме в Петербурге юридическом, предложил запретить никабы. Это ответ на вопрос одного из участников, видимо, студента, который говорил, вот в других странах там, значит, запрещают, едут к нам и ходят здесь у нас, понимаете ли. Давайте посмотрим. Вот вам надо обратиться в Государственную Думу, которую я вчера не так назвал, позавчера, вернее. Поэтому я ее так и назвал. Ну, я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей. Вот это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю. Я не законодатель, но я с вами согласен. Надо срочно все это запретить. Ну, конечно, да, он укольнул еще раз и Государственную Думу, там была перепалка с Володиным. Скажите, вот Бастрыкин, он второй день транслирует месседжи Кремля, или это его личная инициатива, вот личные высказывания? Ну, это, конечно же, кремлевские месседжи, ну, так скажем, творчески переработанные самим Бастрыкиным. То есть надо понимать, что Бастрыкин сейчас чувствует себя, так сказать, на коне. Он один из самых влиятельных людей страны. Надо понимать, что вот последние годы происходит перераспределение, так скажем, влияния власти внутри системы от гражданских к силовикам. А Бастрыкин, по сути, руководитель, может быть, не главного, да, силового ведомства страны, но второго, да, но окей, ФСБ на первом месте, хотя по ключевым параметрам в части борьбы с политической оппозицией, с оппозицией внутри системы, внутри элитной, так скажем, Следственный комитет, но это как, наверное, две стороны одной медали, знаете, ФСБ оперативно работает, Следственный комитет — следствие, ну и суды как технический орган, который утверждает решение Следственного комитета. Вот, и понятно, что его самомнение, так сказать, раздувается, да, и он чувствует, что вот он соль земли, так сказать, на нем земля русская держится. Вот, и поэтому он считает возможным, значит, высказываться пренебрежительно, даже в том числе и о других органах власти, типа Государственной Думы, вот, считает возможным, так сказать, там, поучать людей, как им, в чем ходить. Ну, это закономерное следствие происходящих в стране процессов. Хочу уточнить по поводу перепалки с Володиным, с Кадыровым. Это, типа, милый бронец только тешится или все серьезно? Не, ну, из таких, ну, пока, конечно, там, ну, буквально обмен двумя-тремя репликами, да, пока не стоит преувеличивать значимость этого дела. Но если они пойдут дальше, если они закусятся, если их противоречия приобретут, более системный, скажем так, характер, то тогда, конечно, ну, ситуация может резко ухудшиться для системы в целом, потому что в целом система становится все менее эффективной. Она справляется с вызовами, ну, все, так сказать, с падающим качеством, да, то есть, она, кажется, не в состоянии, так сказать, справиться с теми челленджами, которые возникают. Вот, и в такой ситуации, ну, даже конфликт между своими, который, ну, казалось бы, не призван, так сказать, свергнуть систему, да, он может, на самом деле, поставить систему на грань коллапса. Вот самый понятный яркий пример – это история с Пригожинским походом на Москву, когда, ну, он, собственно говоря, ведь не собирался свергать режим, он был плоть от плоти режима, он не был врагом системы. Это не агент Госдепа, так сказать, не там поклонник Ходорковского или там Навального. Да, и тем не менее он, переругавшись вот так внутри системы, в рамках одной системы, так сказать, там Шойгу с Герасимовым, начал предпринимать шаги, которые вот буквально поставили систему на грани коллапса. Поэтому в целом внутриэлитные конфликты, конечно же, не укрепляют систему, мягко скажем. Вообще надо понимать, что внутренние вот эти конфликты, разборки – это важнейшая предтеча революции. Не бывает революций, когда элиты монолитные, едины, конфликтов нет, а народ там недоволен. Недовольный народ не сможет свергнуть режим, как бы он ни был недоволен, как бы непопулярен этот режим ни был, если элиты будут монолитны. А вот если элиты
передерутся, то вот как раз в таких ситуациях революции происходят. Еще один вопрос, последний, наверное. Мы помним, как несколько лет назад, по-моему, в 2016 году было последнее большое изменение в, именно в силовых структурах. Я помню, что Госнаркоконтроль тогда переподчинили МВД. И тогда многие эксперты говорили, что ну вот, Путин, он играет между этими кланами. То есть он кого-то, ну, кому-то сил добавляет, кому-то убавляет. И это все время такое. Он держит в конкуренции эту систему. Можно ли сказать, что сейчас эта система, это вот порядок взаимоотношений между силовыми, прежде всего, органами изменился? Там, не знаю, есть главный игрок, ну, типа ФСБ, а все остальные так себе. Или все равно это продолжается система, когда Путин, ну, как-то вот одному даст больше полномочий, другого, там, не знаю, чуть меньше, кого-то похвалит. Ну, вот игра, это продолжается? Ну, конечно, Путин продолжает играть в эти игры. И Путин, значит... по-прежнему остается, конечно же, ключевым игроком. Но при этом надо понимать, что за прошедшие 2,5 года, значит, вот дистанция между Путиным и всеми остальными, в том числе и силовиками, но она вот, если раньше, условно говоря, она была вот такой, да, там, то теперь она уменьшилась значительно. Потому что Путин, ну, теперь в глазах элит, конечно же, не такой безупречный стратег, значит, который всегда выбирает правильное решение, который всегда добивается своего, всегда побеждает. Вот. Ну, то есть они уже видели его за эти 2,5 года и растерянным, и не знающим, чего делать, и совершающим очевидные грубые ошибки, и выведенным из себя, и струсившим. Вот. Поэтому, конечно, но сейчас к нему, проще говоря, вот с... значит, жалобами друг на друга, с просьбами разрулить какую-то там конфликтную ситуацию, они ходят гораздо реже, чем раньше, потому что он теперь, ну, я повторюсь, уже не является безусловным авторитетом. То есть, если раньше, значит, в ситуации там противоречия между, условно говоря, Чемизовым и Ротенбергами, значит, окончательное решение принимал Путин, то теперь все чаще Путин решения не принимает, они даже к нему уже и не ходят, ну, не с каждым конфликтом идут, условно говоря, да, и конфликты так и остаются неразрешенными, и вот он, и все это копится. Ну, вот именно такие вещи рано или поздно разваливают систему, то есть система стремительно теряет эффективность. А все время мы сейчас слышим что-то про Бастрыкина, потому что вот последнее, что я про него помню, это он с лупой сидит и изучает интернет. Да, он, интернет. На компьютер он изучает с лупой. А сейчас и смертная казнь, и государственная дура, и аж такое сказал, что даже Кадыров его аккуратно поправил, попросил быть предельно аккуратным. А вот Бастрыкин на коне, как вы говорите, а он на этом белом коне вообще не собирается ли въехать в Кремль торжественно? Ну нет, я, ну, то есть Бастрыкин, конечно, человек абсолютно амбициозный, но все-таки не настолько, мне кажется, он идиот, чтобы, ну, не понимать, что ему и в этом смысле ничего не светит. Мне кажется, что авторитет Путина, он, конечно же, не оспаривает. Авторитет любого следующего ниже Путина, да, но Путина нет. Поэтому он, вот они развалят систему не путем, так сказать, попыток свергнуть Путина, а просто передравшись внутри между собой и парализовав систему. Вот как это будет. А про другую немножко систему, если можно, про иранскую. Выборы в Иране, первый тур, по крайней мере, прошел, и по предварительным подсчетам лидирует реформатор. Насколько стоит всем радоваться за народ Ирана и насколько Израилю можно выдыхать сейчас? Значит, ну, прям совсем сильно радоваться рано, конечно, еще, но это, конечно, очень серьезная подвижка. То есть нам радоваться Путину, напрягаться, так сказать, значит, Хизбалле и Хамасу тоже. В общем, надо понимать, во-первых, что президент Ирана – это номер два в государстве, это не номер один. Номер один – это, значит, верховный правитель Рахбар. Значит, президент в Иране, это примерно как у нас премьер-министр в России. То есть не первый человек, но, конечно же, мягко скажем, не последний. Значит, следующее обстоятельство – это то, что Рахбару 85 лет, он в достаточно плохой физической форме и вряд ли долго протянет. И вот в ситуации, когда Рахбар представится и надо будет выбирать нового –
Там у них этим занимается ассамблея экспертов, 88 человек. Значит, да, там в этой ассамблее, конечно же, доминируют эти хардлайнеры. Но вот это как раз появление во главе исполнительной власти человека из противоположного лагеря, из лагеря реформистов, и создает потенциал к конфликту между двумя этими лагерями. Просто, ну, конечно, все зависит от того, насколько вот этот Пежестьян, о котором мы говорим, окажется, значит, амбициозным и, ну, таким напористым, да, так сказать, потому что, ну, конечно, это потребует личного мужества вступить в конфликт с хардлайнерами. Вот, но при этом он все-таки будет опираться на общественное мнение в том смысле, что оно абсолютно настроено против Исламской Республики в целом. То есть настроение там крайне антисистемное. За, когда Гаман, это исследовательский центр, который изучает общественное мнение в Иране, значит, вот прямо в таком очень простом, дихотомичном, черно-белом виде поставил вопрос перед иранцами в ходе массового опроса. Значит, представьте, что завтра состоится референдум. Что вы скажете Исламской Республике, да или нет? И ответ «нет» набрал, если не ошибаюсь, 76%, а ответ «да» что-то типа там в районе 15 плюс-минус 1. Вот. То есть подавляющее большинство граждан настроено протестно. Вот. Да, этот протест, надо понимать, в чем сложность реформистов, Пежестьяна в частности. Где-то в районе 2017 года, там плюс-минус год, когда как раз Трамп обрушил ядерную сделку с Ираном, ну, поднялась мощная волна разочарования людей в реформистах. До этого они связывали с реформистами какие-то свои надежды. Реформисты там это примерно как у нас то, что называется сислибы в российской политической традиции, да, системные либералы. Ну вот, и народ разочаровался в этих сислибах тоже, в этих реформистах. Значит, как у нас в России после 2011 года разочаровались в Медведеве. Вот, и поэтому, конечно, автоматически вот эти 76%, о которых я сказал, которые против Исламской Республики, ну, нельзя конвертировать в, значит, сторонников Пежестьяна, конечно. Но при этом он к ним, конечно же, гораздо ближе. И если он сумеет найти правильные аргументы, нащупать, так сказать, общие точки соприкосновения, то он будет опираться вот на огромную, значит, массу людей. Да, и с одной стороны будут крайне непопулярные хардлайнеры, типа вот и контролирующие ассамблею экспертов. С другой стороны, условно Пежестьян, опирающийся, ну, со своим популистским, так сказать, эпилом, да, со своим, ну, месседжем популистским, да, так типа там против хиджаба, да, вот он в ходе избирательной кампании выступил против хиджаба, он раскритиковал полицию нравов, он сказал, он не то что против хиджаба, он сказал, ну, хиджаб — это дело добровольное, нельзя насаждать его, так сказать, силой. Вот. Ну, то есть это грамотный ход по направлению вот к этим людям, особенно к женщинам, да. Значит, поэтому, ну, вот шансы у него. То есть система реально входит в зону такой серьезной турбулентности, из которой может и вырулит, а может и не вырулит. Повторюсь, сейчас рано говорить, потому что, ну, есть фактор. Мы самого Пежестьяна плохо знаем, да, насколько он, так сказать, способен оказаться будет, ну, жестко отстаивать, так сказать, свою линию, да, или там начать лавировать, как Медведев. Вот, или, ну, и второй фактор, вот события позапрошлого года, когда, значит, была попытка свергнуть режим, и она потерпела неудачу. Вот, массовые казни, репрессии, да, и все это, конечно же, привело, любая подавленная революция, надо понимать, на какое-то время ведет к укреплению позиции режима, то есть люди, у них опускаются руки, они запуганы, растеряны, да, у них такое ощущение, что плетью обуха не перешибешь, и поэтому они, эти люди, вот, ну, насколько они готовы, так сказать, снова брать свою судьбу в собственные руки, пока непонятно, пока вообще апатия очень серьезная, явка была минимальной. Ну, да, она никогда не была, даже на парламентских выборах, которые, конечно, по отношению к президентским, так сказать, вторичны, никогда не была вот такой, как вчера, там около 40% явка, то есть 60% официальная явка, с учетом там вот этих факторов нарисовки и всего такого. Вот. Поэтому, на самом деле, перед Пежестьяном он еще не победил, мы сейчас это обсуждаем, так получилось, как будто он уже победитель. Но на самом деле у него все шансы на победу есть, потому что лоялисты выбрали уже весь свой электорат. Ну, то есть все, кто лояльны, они уже на участке явились.
максимум, что они смогут сделать, это повторить вот свой подвиг, так сказать, пригласить, притащить. Но в общей сложности они набрали, там, условно говоря, 10 миллионов голосов, там, да, вот всех хардлайнеров, если сложить, из там, населения страны, если не ошибаюсь, там, что-то в районе под 80 уже, да. Вот. И они не смогут сильно расширить, ну, то есть просто сложатся вот эти голоса, там, которые набрали несколько хардлайнеров, да, но выйти за пределы вот этого своего гетто электорального они не смогут. А у оппозиции, у Кожескяна, у него там такой ресурс неисчерпаемый. Повторюсь, в первом туре эти люди вообще не пришли на участки. Ну, то есть пришли в минимальном числе. Но хотя и этого минимального числа хватило, чтобы значит, получить большинство голосов. Хотя и не хватило, чтобы набрать больше 50, да, тогда бы второго тура не было. Вот. В общем, перед Кожескяном есть серьезный челлендж, ему надо сейчас мобилизовать максимальное число недовольных, то есть ему надо ужесточить риторику, продемонстрировать, что он не беззубый какой-нибудь там сислип, да, а ну, такая серьезная, так сказать, серьезный игрок, с которым, так сказать, не балуй, которому палец в рот не клади. Тогда в него поверят оппозиционеры и придут на участки. Вот будем смотреть, способен ли он на такое. А еще к другим друзьям Владимира Путина, не только про Иран, но и про йеменских хуситов. Вот Путин попросил разрешение, американская разведка это сообщает, что Путин попросил разрешение у Саудовской Аравии, почему-то попросил разрешение, на передачу крылатых ракет йеменским хуситам. Йеменские хуситы — это те самые, которые с ноября прошлого года атакуют корабли в Красном море. И вот это желание вооружить йеменских хуситов, а тем более еще и объявлять об этом Саудовской Аравии. Это желание показать, а вот мы вот и так вот еще можем вас как-то задеть всех, вот ваш коллективный Запад. Или это действительно намерение дружить с хуситами, действительно их вооружать? Нет, это намерение серьезное. Утечка же произошла не со стороны Путина. Вот если бы со стороны Путина она произошла, да, тогда мы могли бы рассуждать о том, что он просто стращает, так сказать. Но он перешел от слов к делу, и он действительно пытался этот процесс организовать. Ну, а разрешение у Саудовской Аравии он спросил, потому что ну, это было бы совсем свинством по отношению к Саудовской Аравии, сделать это, не спросив ее согласия. Ну, просто тогда на дружбу с Саудовской Аравией можно не рассчитывать. А Путин же очень хочет с ней дружить. На самом деле, Саудовская Аравия очень важный игрок на Ближнем Востоке, вот, во-первых. А во-вторых, Саудовская Аравия – это серьезный источник инвестиций, уже начавшегося, так сказать, организованного потока, деньги уже идут в Россию, а потенциал там вообще огромный. В ситуации, когда мы, ну, Россия оказалась в изоляции, западных денег там не видать, как своих ушей еще долго, значит, ну, так сказать, вот, рисковать арабскими деньгами, ну, это надо быть совсем кретином. Вот. Саудовская Аравия на международной арене занимает, ну, достаточно лояльную по отношению к России позицию. Например, в Швейцарии они не подписали итоговое коммюнике, то есть, по сути, поддержали позицию России. А хуситы, надо понимать, для саудитов это, значит, это то, что, ну, вот у нас в нашей традиции называется мягкое подбрюшье. У них совсем недавно боевые действия закончились. Они долгие годы воевали. Хуситы – это Йемен, это же рядом, так сказать, ну, это как Украина и Россия. То есть, понимаете, вооружать хуситов, значит, для Путина, это то же самое, если саудиты сейчас начнут вооружать Украину. Вот прям вот почти так. Да, там активных боевых действий сейчас нет, они подписали там какое-то там перемирие несколько лет назад, устав, так сказать, друг от друга, воевать друг с другом. Они там боевые действия приостановили, но, тем не менее, хуситы – это крайне враждебные по отношению к саудитам публика, а Путин вот, он пытается, так сказать, одновременно по обе стороны забора находиться. И хуситов используют максимально для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и нанесения ущерба, ну, там, Израилю, в Америке, вообще Западу, да. Вот, это такая очень важная часть его стратегии. Но при этом ему надо и с саудитами не рассориться, я уже выше перечислил почему. Аббас, говорим вам спасибо огромное за то, что в воскресенье утром рано были у нас в гостях. Спасибо. Как всегда, очень точно, спасибо. Верно. Спасибо. Хорошего дня.